Мы постарались в этом году сделать конкурс каким-то немножко разнообразным. Даже пригласили нашего друга Тимура Родригеса. Он нас слышит, если ему тоже поаплодируйте. Он где-то там переоделся в новый костюм, он тоже скоро появится. А вот, поэтому не буду затягивать, наверное, перейдем уже непосредственно, Миш, к награждению, да? Да, для этого я хотел бы пригласить генерального директора национального конкурса «Мисс Россия». Лариса Тихонова под ваши аплодисменты появляется на сцене. Лариса, мы очень ждем вас. Бурные аплодисменты. Лариса Тихонова. Добрый вечер. Меня не предупредили, что надо будет выходить на сцену, поэтому я не готовилась. Прошу меня простить, но я очень рада быть здесь. Чудесный получился праздник, юбилейный, очень красивый. Замечательные девушки, каждая из них по-своему и красивая, и талантливая. Главное, чтобы они были здоровы и счастливы. Вот. И сейчас, я думаю, мы не будем больше задерживать ваше внимание и огласим самое-самое важное. Это победительницу конкурса, нашу новую мисс Татарстан. Мисс Татарстан 2018. Участница под номером 14. Камила Хусаинова. Корону победительницы вручает мисс Татарстан 2017, которая расстается с этой короной под ваши аплодисменты со слезами на глазах. Вот она. Наша новая яркая звезда. Уважаемые зрители, мы просим вас остаться в зале до завершения нашего мероприятия. В знак уважения к девушкам-конкурсанткам, так как ведется видеосъемка, телевизионная съемка. Спасибо вам большое. Камила Хусаинова, номер 14, мисс Татарстан 2018. По традиции аплодирует весь зал.